Сегодня налоговики отмечают профессиональный праздник. Боязнь фискальных органов у населения в крови, хотя они всего лишь следят за поступлениями денег в бюджет. И от них зависит, сколько денег пойдет в медицину, на школы и садики. Вчера сотрудники налоговой службы подвели итоги работы. О самом интересном расскажет Влад Сорокин. Именно от этих людей зависит, как будет жить 33-й регион. Как поработают налоговые органы, столько денег и поступит в областную казну. От вашей работы будет зависеть действительно не просто поступление доходов в бюджеты всех уровней. От вашей работы будет зависеть то, насколько государство, насколько органы местного самоуправления смогут исполнять те государственные и муниципальные функции, которые на них возложены. А это и работа детских садов, это работа школ, это работа больниц, учреждений здравоохранения, социальной защиты. За последние 10 месяцев налоговиками было собрано доходов 39 миллиардов рублей. Это почти на 4% больше, чем в 2012-м. Из этой суммы лишь 26 миллиардов пополнили региональный бюджет, остальные ушли в Москву. Наша работа в текущем году, как никогда, наверное, сравнима с ремонтом двигателя. И ремонтом не просто двигателя, а двигателя реактивного самолета. И не просто реактивного самолета, а реактивного самолета, который набрал максимальную скорость и летит. То есть вот в таких непростых условиях, с постоянно меняющимися задачами и нормами. Тем не менее, как считают налоговики, им удается справляться со всеми трудностями. А их хватает. Так в области работает 72 тысячи хозяйствующих субъектов. И всех их надо проконтролировать. Коммерсанты сейчас пошли очень изобразительно и свои реальные доходы показывают неохотно. Только в результате проверок фискальщики доначислили свыше 2 миллиардов рублей. Тех же, кто упорно не хочет делиться прибылью с государством, ждут уголовные дела. И только тогда предприниматели стараются погасить долги. Набралось их почти на 70 миллионов. В Следственном комитете говорят о другой цифре. Ну, статистика у нас никогда в государстве не отличалась объективностью. Даже из этих ведомствах. А у меня, например, другое. Что, значит, вот мне написали, что в анализируемый период ущерб по оконченным производствам уголовным делам о налоговых преступлениях составил 455 миллионов 289 тысяч рублей. Из них возмещено 405 миллионов. У миграционной службы с налоговыми органами тоже полный контакт. Гастарбайтеров в регионе полно. И все они как-то у нас умудряются зарабатывать, при этом не платя налоги. Мы ежедневно обмениваемся информацией и базами данных, то у нас пошли первые результаты. А результаты такие, что там некоторые юридические лица теряют не только деньги, но вот попались там северокорейцы, значит, вот у них фактически на их родине за те нарушения, которые были выявлены нами с вами, ну, просто лишение жизни. Поэтому сейчас пытаемся как-то им жизнь это сохранить. На коллегии не раз звучали намеки на увеличение денежного удовольствия для налоговиков. Ну а пока им дали грамоты и подарки к празднику.